Родные, а вы видите это божественное бренное тело этой прекрасной богини? Что она здесь делает? Вы думаете, это случайность? Нет, она ждет Катюшкиных ножек. И так у нас весь день в течение нашего сакрального времяпрепровождения происходит массаж под названием таттаж. И я обожаю ходить по Танюше, взаимодействовать с ее божественным телом, гармонизировать ее геометрию тела и делать массаж внутренних органов. Танюша, а какие ощущения у тебя приходят после массажа? После ощущения чувствуешь и легкость, и уходит напряжение, и просто как бы расслабляешься. Я даже после утреннего массажа уснула на пару часов. Вот так вот умиротворяешься, да? То есть у меня как бы расслабилась, и я даже уснула. Вот так, мои дорогие. Причем уснула не на кровати своей царской, а вот так вот аскетично на полу под свет, струящийся из окна через эти чудесные пастельного цвета шторы. Вот так лежала моя принцесса. Ну, а я сейчас переберусь двумя ногами. Желчные протоки продавливаем. Брюшную полость, область мочевого пузыря. И делаем небольшую такую накачку. Меняем вибрации напряжения на накачку органов энергии. Здорово, что у Тани другая комплекция, и у вас есть возможность лицезреть разные тела и как взаимодействовать именно с разными анатомическими особенностями. Видите, на Тане можно прыгать. Вот таким, таким, конечно, как ты, да, но другим нет. Да, Таня только мне доверяет прыгать по ней. Хорошо. Мы немножко сейчас пройдемся по плечу, по руке. Просто на самом деле у нас сейчас задача снять напряжение в теле, снять напряжение в уме и умиротвориться, и почувствовать себя королевой воды. Да, Танюша? Угу. Поэтому мы друг друга созидаем массажами. У нас сейчас непростой период в жизни, у нас переезд через пару часов, мы должны покинуть это пространство, и вот сами себя исцеляем. Самый лучший способ – самомассаж.